вашему вниманию предоставляется фильтр, который ставится на объектив, соответственно, фотоаппарата. То есть данный фильтр предназначен для задержания так называемых фиолетовых излучений, то есть убирать излишнюю дымку. То есть вот показано на коробке, но все зависит от того, где вы находитесь, то есть как светит солнце и так далее. Может, она поможет, скорее всего, либо в горах, где достаточно яркое солнце, ну, либо у моря. Так, ну и вторая функция этого фильтра – это защитить основную линзу объектива. Данный фильтр подходит к объективам. Надо смотреть на нем под диаметр 52 мм. Пришла вот в такой упаковке известной фирмы Flamma. Вот. Ну и 52 миллиметра написано. Давайте откроем упаковку. То есть вот так вот представлено. Ну и на обратной стороне еще раз посмотрим. Так, сейчас мы вскроем тут стикеры. Так, есть здесь защелка. Так, ну и внутри находится фильтр плюс пакетик силикагеля, чтобы убирать излишнюю жидкость. Так, вот фильтр в металлической оправе, то есть стекло. Так, ну и есть резьба для того, чтобы навернуть этот фильтр на объектив. Ну и также показана фирма Flamma, то есть ультрафиолет на объективы 52 миллиметра. Есть другие фильтры, поляризационные и градиентные, которые влияют на съемку. Вот. То есть, об этом можно посмотреть. Всем удачных покупок. До свидания. Всем удачи.